Kawasaki ZZR. Имеем множественные косички по кузову, треснутый поворотник, ухо, пластик кусочек не хватает, царапины по левому борту, здесь на баке, судя по всему, пластиком прижали и ржавчина образовалась. Царапины на трубе, цепь звезда отлично, резина, жир, по году 19-й год. С правой стороны маленькие царапины на глушителе, здесь у него абсолютно чисто, здесь на пластике замечание. Здесь на пластике притампонены полосочками. Ухо также в царапинках небольших. Здесь все целое. Вилка чистенькая, пыльники целые, масло не бежит. Передний баллон. Также жир. 19-й год. Колодки. По колодкам остаток. Процентов 60, выработка тормозных супер минимальная. Пробуем запуск. Это, конечно, не литр, не литр 400, не литр 200, 400-ка, работает мягко, можно сказать, идеально. Здесь на пластике тоже царапины есть. Видно, что мотоцикл обслуживался. Весь чистенький, красивый. Ну, за исключением каких-то жизненных моментов. Свет. Поворотник также есть.